Приехали мы уже в город. Сейчас идем по улице. Идем по улице на Валберес сходить забрать заказ. И потом сразу же домой поедем, да, Кса? Чисто прогуляться. Я, кстати, на кепку какую-то купить. Те, что дома, они на выход-то не оденешь. Она хочет красивую на выход, да, Укси? И посмотрим где-нибудь кепку. Зайдем в Фикспресс и посмотрим кепки. Может, там что-то есть из красивых. Нет, значит... В других местах посмотрим. Ладно, идем. Че, Оксана, нравится? Идем с пяточком. По городу гуляем, да? Жарко? Yeah. Ой, дорогие друзья, приехала я домой. Забрала я блендер. Вот такой вот он, ребята. Тут две чаши, нож, венчик и сам блендер погружной. Скарлетт фирма взяла, я его за 1100 с чем-то, точно сейчас не помню. Также еще питье брали мы одну. Оксана, покажи, да, я покажу. А, сейчас покажу, что мы еще Оксане купили. Ну, вот такое вот Оксана питье брала. И давай покажу. Взяли мы Оксане вот такую вот кепку за 380. Мы просто нашли магазин, где они хорошие и недорогие. И вот такую вот взяли Оксане. Потом поеду в город, когда она будет взять Маше, Кате, Ване тоже и Марине. Я бы взяла бы с радостью вот такие кепки вот всем деткам. На, Оксана, прибирай, чтобы нигде ничего не кидалось, она у тебя. Я извиняюсь, но я пить хочу. Так, это одежда с садика у ребятишек. Да не, Маша. Ой. Аккуратно. Я падаю. Да не. Так. Маша, я падаю. Все хорошо. Прошу прощения. Это что, Ваня? Маме. Отдай Ване. Маме. Кошмар. А, знакомая меня попросила ей заказать для аквариума фильтр. Она мне сказала, какую фирму, примерную мощность, все это. И вот такой вот я и со скидкой поймала, так как она там редко заказывает что-то, у нее скидок она как бы не смотрит, не наблюдает, не знает. И получилось, что на 600 рублей дешевле заказали мы, чем он в магазинах у нас стоит. Вот такой вот фильтр, она его проэкспериментирует, скажет и скажет, как и что он. Так. Также у меня есть еще знакомая одна, которая тоже улитками занимается. Я ей говорила, что я себе заказывала кокос для улиток специально. И она себе вот такое тоже заказала, специальное для террариумов кокос. Поэтому отдам ей тоже. Я теперь буду говорить, где мои покупки, где нет, чтобы вы знали. Потому что вы зачастую пишете, что, Настя, ты берешь непонятно что. И вот такие семечки сырые взяли немножко. Пожарить вкусные семечки. Так, все, тут Ванины носочки еще с садика. И Оксана вот такую вот еще пироженку за, по-моему, 12 или 13 рублей брали. Вот такие вот все покупки. Сейчас мы с вами откроем блендер. Машенька, унеси, пожалуйста, вот это. Футболку, это, стирку, остальное я просто унесу. Сейчас я открою. Я там, по идее, открывала в магазине, смотрела, целый, не целый. А тестировать мы будем с вами вместе уже его. Просто я хочу вам показать, что есть в комплектации. Есть погружной блендер вот такой вот. Металлический с ножичком. Дальше. Что у нас тут есть? Ой, упала. Есть вот такая вот чаша объемом 600 миллиграмм написано. Ну, вот до сюда 600, если... Ну, тут можно выше еще. Вот получается вот такая вот чаша с мерными делениями. Очень, кстати, удобно, когда есть мерные деления. Так, дальше. Что в этой комплектации идет? Сейчас я вам покажу. Так, это венчик. Вот такой вот венчик идет в комплектации тоже. Но я больше всего хотела даже не вот из-за этого всего. Сейчас сам блендер. Вот такой вот. Тут переключение, турбо. Как бы вот такая вот идет ручка со шнурочком.
Но я больше сегодня из-за этого хотела вот именно вот такой блендер. Я хотела вот из-за этой емкости. Вот такая вот идет емкость. Внутри есть нож. Вот он, как бы так показать, вот так вот покажу ножик. И вот такая вот емкость. Я очень долго хотела такой блендер, но я его никак не могла поймать по акции. Мне помогала моя подписчица, за что ей огромное спасибо. Он так стоил больше 2000. Я именно эту фирму, я ставила ее на отслеживание, что только не делала, когда была скидка, у меня на тот момент денег не было. Я потом взяла, просто отложила деньги именно для блендера. И как только он появился, я его заказала. Заказывала неделю назад, но в течение недели он мне пришел, ребята. Вот такая вот вся комплектация. Теперь сможем много чего измельчать. Скоро на днях мы с вами его протестируем. И посмотрим, как и что он будет у нас. Так. Теперь бы обратно сложить все так же аккуратно. Классно. Я, ребята, очень довольна. Спасибо огромное моей подписчице за то, что она мне помогла. Тут, честно, ребят, вот сейчас здесь, знаете, кто на стол пришел? Это чудом. Без вопросов, да? Мама пришла домой, маму же любить надо. Она к маме прям лезет. Она мамина, потому что кошка, да, Василиса? Да, Дима, я прелесть. Видите, как она меня любит? А все вы пишете, что сфинксы хищники. Да наша кошка самая лоскучая. Не, ну она когда играет, может переборщить, да, Василиса? Она может переборщить, но так она очень нежная у нас киса, да, Василиса? Видите, вот такая вот она у меня любимка. Постоянно сядет на руки и смотрит по сторонам. Сидит такая расслабленная сидит вся. Да, Василиса? Расслабленная ты у нас сидишь. Ой, как на улице, ребята, жарко. Вы не представляете. Ладно, вот такой вот у меня обзорчик был покупок. И моих, и не моих. Насчет этого распечатывать не буду. Она будет сама открывать и смотреть. Поэтому вот по коробочке могу показать. Вот такой вот он. Может, кто-то есть, специалисты здесь скажут, нормальные, ненормальные они. Но у нее аквариум небольшой. Она, по-моему, говорила, на 30 литров, что ли, у нее аквариум. А у нее фильтр там старенький, уже плохо работает через раз. Ей приходится каждый день его промывать, чистить. И она меня попросила, говорит, Настя, помоги. Я говорю, так с радостью. Я никому не отказываю, ребят, с радостью. А вторая вот субстракт заказала. Отдадим, передадим, все заберу. Пошла я в первую очередь переоденусь. И попью холодной воды. Вот сейчас бы, знаете, вот чем мне баня не нравится? Тем, что был бы душ, пошел бы сейчас, вот пришел бы сразу раз, ополз. А баня так не сделаешь. Надо сначала чуть-чуть хотя бы ее подогреть, воду. Вот такие вот дела. Ну вот в целом, вот такие покупки были. Все, пошла переодеваться. Фу, ребята, от жары изнемогаем. Пошли в магазин. Взять огурцов с помидорами. Да, может, холодный лимонад или минералка Вишерс. Короче, или какая-нибудь минералка будет, потому что я не могу. Я сейчас с ума сойду от жары. И у меня, мне кажется, у меня на эту жару голова болит, потому что это пипец какой-то. Ладно, идем в магазин. Сходили мы в магазин, ребята. Сейчас в магазине встретили нашу подписчицу. Хочу огромное сказать спасибо. Она Машеньке мороженку купила. Хотя не надо было. Ну вот она решила сделать жест Машеньке приятное. Спасибо огромное. Ну Маша, по идее, тоже стоила. Так, что мы взяли? Холодный квас из холодильника. Он такой, ребят, холодный. Я сейчас так и буду его обнимать, держать. Никому не дам пить. Вообще холодный класс. Вот такой вот 83 рубля стоит. Или 89, не помню, честно. Дальше. Взяла огурчики. Вот такие вот по 100 с чем-то рублей. И вот такие по 60 последние забрала. Астраханские помидорки по 99 рублей за килограмм. И взяла я холодную минералку. Тоже с холодильника. Напишите, как их спасать. Я по ходу дела буду скоро себя вот так вот бутылками холодными облеплять.
Вот такую вот, кстати, такую мы ни разу не пробовали, поэтому мы решили ее взять, попробовать. Вот такие вот все покупки у меня были. Я сейчас налью в кружечку, и я попробую минералку. Очень хочу пить. Очень сильно жарко. Просто невыносимо жарко. Ой. Ребят, вы извините, но за ваше здоровье. Как же вкусно. Вы не представляете, как холодненькое. Ой, блаженство. Машонку вас пейте. Ладно, вот такие вот покупки. Катюша будет резать салат. Всем хорошего дня. Всем крепкого здоровья.